чтобы мне реально что-то крутое выпало, поддержите меня, пожалуйста, своим лайкусиком, если вы еще не поддерживали. А мы открываем с вами дальше. Я постараюсь минимально проматывать. У-ху-ху-ху. Это кто у нас такой? Буду выбивать петов крутых и сразу буду их вам отдавать. Это было что-то легендарное. Да, мы поймали вот этого вот эпического. Давайте глянем, что он делает. Что делает этот вот носорог? Оу-ху-ху-ху. Ребят, он крутой. Он почти такой же самый крутой, как Хеллбат. Он сильнее, чем вот эти вот Инферно Драгон. Офигеть, он сильнее, чем Инферно Драгон, и он бесплатный. Его мы оставляем, я его по-любому кому-то отдам. Второй подряд? Как это возможно? Второй подряд выпал, друзья. Вот это я понимаю, везуха. Ну я... Третий подряд? Да нет, ну этого быть не может. Ну что, мы с вами еще 200 тысяч гемасиков тратим. И еще открываем, сколько это? Ну, 4 пета, друзья. Давайте еще 5 петов открываем, да, 5 петов. Это раз. Угу, хорошо. Либо давайте прям вот пока я не буду полный. А там мало мест осталось. Там может быть 5, может быть 6. 2. Второй питомец. Ну, было бы очень здорово, если бы вот уже, знаете, последний именно мне выпал. Вот самый последний. Вот я уже говорю, все, это последнее яйцо. И выпадает вот этот вот легендарный, который стоит 5299 робоксов. Я был бы безумно счастлив, но, наверное, этого не произойдет. Сколько там еще у меня места, а? Сколько мест осталось? Да, друзья! Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с вами продолжаем играть игрушку Симулятор Жвачки. Также в этом ролике я вам покажу два крутых новых кодика. Ребят, вы только посмотрите на вот этих вот трех красавчиков. Они очень крутые, но в этом ролике мы с вами постараемся выбить еще круче питомцев, которые стоят, если я не ошибаюсь, 5299 робоксов. И сегодня мы попробуем их заполучить. Какая у меня большая жвачка. Если честно, немножечко неудобно играть, поэтому смотрите, заходим в настройки и нажимаем вот здесь off. И наша жвачка становится невидимой. Да, я это не знал, мне сказал мой подписчик, за что ему большая благодарность. А вы в свою очередь делайте так же, если вам тоже не нравится, что у вас впереди такая большая жвачка. Ну что ж, друзья, давайте тогда мы зайдем сначала, позабираем все свои вознаграждения, сундучки, введем вот эти вот два крутых кодика, а главное, что они новые кодики. Друзья, смотрите, в прошлом ролике я пытался поймать вот этих вот питомцев. Смотрите, какая маленькая вероятность того, что он выпадет. Также в этой игре произошли небольшие обновления, то есть мы уже видим процент выпадания вот этих вот питомцев. Погодите, что, за раз мы можем купить сразу 3 яйца? Давайте попробуем. А нет, 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 нужно робоксы сюда забросить, чтобы вот так вот покупать. Я понял, я уже думал, что за раз можно реально по 3 питомца выбивать. И здесь то же самое. Да, здесь то же самое. Смотрите, какая маленькая вероятность того, что вот эти вот питомцы вам выпадут. Очень маленькая. Ребят, но сегодня мы с вами будем ловить не этих питомцев. Я сейчас вам покажу, каких петов мы будем ловить. Кстати, я был в 4-м портале, не знаю, почему я вам не показал, кого мы поймаем. Вот, мы будем ловить сегодня вот этого вот питомца, который стоит 5299 робоксов. Ребят, это как бы очень много, мы попробуем поймать его абсолютно бесплатно. Но для начала давайте мы введем два новых кодика. Первый кодик это Twitch Release. Он будет очень полезен начинающим, так как дает вам яйцо. И смотрите, какое яйцо. Сейчас мы посмотрим, что он делает. Это Twitchy Cat. Вау, Twitchy Cat. Глянем, глянем, глянем. У меня, по-моему, есть места. Вот он, друзья. Для самого начала это супер крутой кот, серьезно, вот вы не пожалеете. Это даже не кот, это котенок. И второй кот на сегодня это Goalmate, вы тоже получаете питомца за него. Я его ввожу, нажимаю на Enter и смотрите, что я вижу. Данный код работает, когда вот этот вот персонажик стримит на Твиче. Да, вот здесь так и написано, друзья. Но вы можете его попробовать ввести, может вам как раз-то и повезет. Но вот лично мне не повезло. Нет, он, наверное, сейчас не стримит. Ну, а вы в свою очередь вводите, и я же говорю, может быть вам фартанет. Друзья, возвращаемся на вторую локацию. Заходим сюда. У меня очень много гемасиков. Все гемасики мы тратить не будем. Потратим где-то 30 миллионов. Всего-то навсего. Вот, ребят, вот где этот питомец. Смотрите, какой маленький шанс, то, что он вам выпадет. Очень маленький, но все равно мы попытаемся. О, погодите, а здесь можно нажимать на скип, и тогда будет все автоматически как-то происходить. Смотрите, скип. Дальше. А, скип это мы пропускаем, я понял. Я думал, что это будет, знаете, последующие яйца открывать. Ну, попадают, как обычно, какая-то ерунда. Друзья, вот когда у меня будет здесь 30 миллионов, тогда мы с вами и останавливаемся. А сейчас мы ловим пета, который стоит очень много робоксов. Я уверен, друзья, что в этом ролике нам обязательно что-то должно выпасть. Чтобы мне реально что-то крутое выпало, поддержите меня, пожалуйста, своим лайкусиком, если вы еще не поддерживали. А мы открываем с вами дальше. Я постараюсь минимально
реально проматывать. У-ху-ху-ху. Это кто у нас такой? Что это за питомец? Давайте глянем, что он делает. У-ху-ху. Ребят, вы только посмотрите. Это легендарный, скорее всего, питомец. Вау, он сильнее. Он сильнее вот этих вот моих петов. Вы только посмотрите, он мне выпал. Офигеть. Все, я вот этого, короче... Снимаю тогда и вот этого вот одеваю. Вы только посмотрите, какая крутая гидра. Смотрите, какая маленькая вероятность того, что он выпадет, но он мне уже выпал. Я хочу просто на него посмотреть. Вау, смотрите, какой красавчик. Какой он красавчик. Друзья, все, ловим дальше. Я уверен, что мы сегодня с вами и вот этого вот поймаем. Мы по-любому поймаем. Это видео уже удалось, потому что я поймал такого крутого пета. Супер, друзья, это реально круто. Я уже рад. Снова этот голем. Это уже третий голем, который мне сегодня выпал. Но я хочу того дракончика. Он по-любому должен выпасть. Ребят, реально неплохой шанс, что он выпадет. Может быть, нам еще, кстати, повезет, и он реально выпадет. Вы же поддержали меня своим лайкусиком. Если поставили лайкусик, значит, вот 100% будет, ребят, сегодня вот этот вот крутой петик, который стоит такое большое количество денег, а мы его бесплатно выбьем. Друзья, я уже записывал ролик, как выбить, например, я сейчас вам покажу, как выбить вот этого вот питомца. Вот смотрите, видите, у меня их 4 штуки. Они стоят 4299 робоксов. У меня их 4, я ни одного не купил. Одного мне подписчик подарил, а троих я открыл. Ребят, это Inferno Dragon. Смотрите, где их выбивать можно. Вот здесь. И, в принципе, неплохая вероятность того, что они вам выпадут. Смотрите, почти 1%. Это очень здорово. То есть, я где-то открыл 100 яиц, и мне 2 этих дракончика выпало. Да. Давайте мы тут откроем 100 яиц, и чтобы хотя бы один дракончик выпал... Тот, что я хочу. Я был бы просто безумно рад. Но будем надеяться, что нам повезет, ребят. Если вам нравятся видосики, как я открываю вот таких вот легендарных петиков, то, друзья, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я буду прям в каждом яйце для вас открывать какие-то легендарочки. Ну, тут, получается, в этом яйце можно открыть питомца, который стоит робоксы. Еще в пятой локации, ну, типа в пятом портале, там тоже можно открыть питомца. Процент очень маленький, то, что он вам выпадет, но он самый дорогой. Он стоит 7000, по-моему, 299 робоксов. Если честно, я уже начинаю немножечко сомневаться, то, что мне реально выпадет тот крутой петик. Ну, открыл я уже громадное количество яиц, друзья, потратил всего-навсего 6 миллионов. Но все равно ничего нормального мне не выпало. Ну, вот единственное, это вот гидра и все. То есть, эти вот два пета я даже не открыл. Ну, этот тем более еще пока что не открыл. Но будем открывать дальше, возможно, мне повезет. Посмотрим. Воу, есть! Эпик ангелочек попался. Друзья, давайте глянем. Вот, смотрите, какая маленькая вероятность того, что он может выпасть. Это, кстати, первый петик. Да-да-да, у меня его еще не было. Ну, он такой, знаете, слабенький, конечно, но выглядит, конечно, он очень прикольно. Я не поменяю его на вот этих вот своих хеллбатов, нет. Но выглядит он реально круто. Откроем дальше, друзья, еще два осталось. Этот ролик я снимаю 7 декабря, скорее всего, залил я его тоже 7 декабря. А стримчанский будет 8, ребят, 8 декабря в субботу. Но если хотя бы будет 10 комментариев, что да, купи вип-сервер, тогда я куплю вип-сервер в этой вот игре и буду отдавать вот вам питомцев. Да, будем просто стримить, и я вам буду их отдавать. На стриме мы с вами можем поиграть в симулятор пчеловода, так как он и мне нравится, и вам нравится. А также вот, например, в эту игрушку. Буду выбивать петов крутых и сразу буду их вам отдавать. Это было что-то легендарное. Да, мы поймали вот этого вот эпического. Давайте глянем, что он делает. Что делает этот вот носорог? Оу, хо-хо-хо! Ребят, он крутой! Он почти такой же самый крутой, как Хеллбат. Он сильнее, чем вот эти вот Inferno Dragon. Офигеть, он сильнее, чем Inferno Dragon, и он бесплатный. Его мы оставляем. Я его по-любому кому-то отдам. Второй подряд? Как это возможно? Второй подряд выпал, друзья. Вот это я понимаю, везуха. Ну, третий подряд? Да нет, ну этого быть не может. Третий подряд эпик дракошка выпадает. Ребят, я не могу в это поверить. Серьезно? О, блин, я уже думал, что четвертый. Ну что, мы с вами еще 200 тысяч гемасиков тратим. И еще открываем, сколько это? Ну, 4 пета, друзья. Давайте еще 5 петов открываем. Да, 5 петов. Это раз. Угу, хорошо. Либо давайте прям вот пока я не буду полный. А там мало мест осталось. Там может быть 5, может быть 6. 2. Второй питомец. Ну, было бы очень здорово, если бы вот уже, знаете, последний именно мне выпал. Вот самый последний. Вот я уже говорю, все, это последнее яйцо. И выпадает вот этот вот легендарный, который стоит 5299 робоксов. Я был бы безумно счастлив, но, наверное, этого не произойдет. Сколько там еще у меня места, а? Сколько мест осталось? Да, друзья! Нифига себе! Я уже собирался реально заканчивать. Посмотрите, сколько у меня оставалось мест. Друзья,
Стоп, стоп, стоп. Сколько мест оставалось? Смотрите, еще раз. Еще одного, получается, я поймал. Офигеть! Он нам выпал! Но это не тот, который я думал. Друзья, к сожалению, не тот. Блин. Значит, тот, наверное, немножечко сильнее, который за робокса. Но не похоже, почему-то похоже. Друзья, смотрите, еще сколько, получается, троих, да, я открыл после этого. Я поймал того питомца, офигеть! Офигеть, просто жесть. Ребят, это вот реально крутой ролик. Это лайкусик, просто лайкусик и подписочка на канал. Сколько там еще мест у меня, много? Давай, он уже... О, все, он полный уже, полный. Представляете, ребят, полный. Вот, смотрите, вот он, красавчик мой. Офигеть, какой он крутой. Вы только посмотрите. Конечно, я его сейчас применяю. Этого мы не удаляем, не-не-не-не. Вот этого мы применяем, ребят, смотрите, легендари. Офигеть. Давайте мы пойдем на свет. Идем на свет. И глянем, что он может делать. О, ну как, мы не глянем, что он может делать, мы просто на них посмотрим. Это значит вот так. Вот моя гидрочка, да, смотрите, какая красивая гидрочка. Вау, просто супер, красавица. А, смотрите, что это у нас. О, это жесть. Электро, друзья, электро. Знаете, я почему-то подумал, что это вот этот вот пет. Сейчас я вам его покажу. Смотрите, ну он реально похож. Только этот желтый, да, вот в такой же самой шляпе. Этот был тоже в такой же самой шляпе. Но мне кажется, даже по силе, ребят, они, может быть, и одинаковые. Но, помните, нам попадались и серенькие зайчики, и темно-синие зайчики. Может быть, то же самое и здесь. Может быть, вот эти вот электрошокеры ничем не отличаются от этого. Но это какой-то огненный, да, а это просто электрошокер. Но мне кажется, что по силе они такие же самые. Давайте попробуем накачать шарик. И смотрите, 1625 шариков за раз качается. Офигеть, ребят, мы с вами потратили... Грубо говоря, 11 миллионов гем, и я выбил вот таких вот двоих крутых петов. Это здорово, друзья. Давайте я еще беру денежки вот эти вот, и я на этом свой ролик буду заканчивать. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, или вы хотите VIP-сервер по данной игре. Просто если я куплю здесь VIP-сервер, значит, мы будем здесь частенько с вами стримчики устраивать. Уже по 4 миллиона денег дают! Да, кстати, чем круче у вас петы, тем больше денег и гемасиков вам дают в сундуках. Ну а на этом свой ролик я буду заканчивать. Я надеюсь, что ты уже поставил мне лайк, подписался на мой канал и нажал на колокольчик. Я с тобой ненадолго прощаюсь. Меня зовут Алексис. До скорого.